И вот снова мы поехали. Продолжаем. Тут у нас все четко. А теперь, что бы я хотел? Я бы хотел вот эту поменять фон. Этот вот. Кстати, у меня работает просто так, второй монитор вообще подключенный, но он, походу, только грузит систему, поэтому я его отключу. Он может мигнет на секунду, так что это. Да, о, мигнуло, запищало. Здорово. Так. Что тут есть, что тут нету, да. Мне надо. Я буду. Да ну можно мне. Вот. Меня раздражает то, что оно светится. Чё ты светишься? Вот, все. А мне надо. Я хочу поменять эту картинку на всякие. Ну, у меня на каждой странице свои там день рождения, свои фотографии, колонки, свои фотографии. Я хочу, чтобы в комплектах были, ну, тоже свои какие-то. Поэтому я напишу ап. Ну, музыкальная аппаратура, вот. Да, вот видите, вот дофига всяких есть вариантов, много кто как это делает, но мне вот это все не надо, мне надо вот, что-то типа вот такого вот, да. Я же хочу его как бы на в слайдер. Я не знаю, как это правильно называется, я его называю слайдер. Пусть это будет слайдер. Слайдер, слайдер. А в слайдер да и нету что поставить. Да? Нет. Печально, печально. А если я напишу. А если я напишу для дома. Нет. Музыкальная аппаратура для клуба. Хм. Так что-то вроде какие-то. Ничего такого. Думал, ну может тут будут какие-то картинки хотя бы нормально. Ладно, нет так нет, тогда будем менять уже конкретно. У меня уже есть тут всякая подборка. Так, это мне точно туда не подходит. Это, ладно, пусть будет. Это точно нет. Это точно нет. Это нет. Это нет. Это нет. Это... Ладно, пусть будет. Так, давайте добавим. Как-то, как он там называется? Оно слайдер называется, да? Вот слайдер. Правильно, тут всякие картинки эти. Слайдер. Drums. Пусть будет вот эта картинка. Добавить дальше. Вот это мне нравится, вот это мне нравится, вот это мне нравится. Дальше. День рождения не подходит. Корпоратив не подходит. Свадьба не подходит. Тут что есть? Типочек. Здорово. Мне это нравится вообще. Окей. Окей. Ага. Так, подождите. А чё, самую... А, ну вот, вот она же есть, да. Ну, здорово. Теперь я их только... Я их только расположу. Это будет самое первое. После нее будет, окей, такая, потом барабаны, потом эти колонки, потом, нет, типочек сюда вот, потом это, потом это, потом это, потом это. Да, можно и без этого. Типочек, типочек куда-то вверх. Ага, что было правильно. Аппаратура, люди, аппаратура, люди. Вниз, аппаратура, люди, аппаратура. Здорово.
Так и будет, да. Теперь мне надо поменять эффект, куда там крестообразный, да, я забыл, от, время какое стоит, 5 вроде бы, да, 5. Выбираю все, крестообразный 5. Опции. Да, хорошо. Сохранить тест. Проверяем. Ctrl F5. И тут абсолютно другая атмосфера. Здорово. Начинаем редактировать саму страницу. Как идет. Вот это мне надо. Я копирую его, чтобы заново не стили не менять. Потом идет текст. А чем я текст копирую? Ну да ладно, пусть будет. Текст. Ну вот, например, картинка, текст и видео. Да? Это чё? Это Yamaha DSR-115. Она, походу, вообще неправильно. Yamaha DSR-115. Она, типа, вот, в этой в табличке, оно так... Ну, не прикольно. Вот видите, вот пол сантиметра какой-то херни, ну, это надо исправить. Зачем оно? Вот, я просто скопирую и постараюсь вставить сюда основные характеристики. Вот, ага. А как это выглядит у других колонок? Ага, выглядит просто. Понятно, окей. Описание. Нет, так, описание двоеточие пробел, управление двоеточие пробел, мощность двоеточие пробел, комплектация двоеточие пробел, диапазон двоеточие пробел, чувствительность двоеточие пробел. Вот я уже молча, может, я надоедаю. Вес. Ну, вес. Ой, ты ж, блядь. Ну, чего ты? Чего? Глюкнуло просто, да и все. И, кстати, последний раз, когда так было, у меня полностью слетело, скажем так, моя... То, что я уже успел сделать... И, блядь, мне приходилось создавать полностью сайт сначала, вот. Ха. Ну, слава богу, хоть оно не запоролось. Комплекты есть. На какой стадии оно меня выкинуло. А тут что? Ага, окей. А что я вообще делаю? А, я менял вообще эти. Да, Yamaha DSR, вот, с таблицы я менял. Ну, я уже закончу, ну, потому что это неправильно, так не должно быть. Хотя я это не хотел. Хотя, да, это я сделаю уже сам. Чем вам это показывать? Так вот. Картинка. Текст. И текст. Какие-то, может быть, и... Короче, видеозвук. Да. И... Надо мне вот этот вот... Вот это вот, скажем так, блок. Он отвечает за... Комментарии. Да. Комментарии, но тут есть одна херня. Это комплект, да, ну вот если, например,
комплекты я хочу, вот я сюда ее вставлю, комплекты. Вот. А мне надо его изменить под комплекты, да? Комплекты. Kids. Kids. Вот. И тут я должен где-то это написать. Вот. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот это вот kids должно быть. И так же самое тут. Бла-бла-бла-бла. Kids. Это ВК комментарии, это Facebook комментарии. Все, ок, здорово. Дальше. Тут оно уже. Тут, вот, я его вставил. Аренда под Electro Voice. Electro Voice. Я скопирую. Electro Voice. И тут также самое меняю. Вот. Kids уже на Electro Voice. И тут Kids меняю на Electro Voice. Окей. Теперь самая задротная штука. Мне надо вот это вот все удалить, добавить новую картинку. Аренда звука, комплект, вот так вот. Ну и просто, наверное, кину, добавлю по одной картинке каждого, скажем так, вот это вот. Ну и плюс на самой странице я уже сделаю ссылку на первоисточники, типа, ну, на своем же сайте. Коммутация добавить. Потом, а что так оно висит, не могу понять-то. Вроде ж 11. Кстати, почему? Воу-воу-воу. Одиннадцать за процессор. А, почти 5 гигов оперативы. Вообще непонятно чем. Ну да ладно. Так, свет этот и этот. Колонки у меня вот эти. Колонки у меня вот эти. Дальше что? Дальше идут микрофон. Просто, да, не будем заморачиваться. Вот этот. И что там еще? Электровойс есть, есть. А, пульт. Пульт, пульт, пульт. И добавить пульт. Пульт EPM12. Вот этот вот он. Вот так вот, да? Да. Теперь это надо правильно все расположить. Колонка. Вверх, вверх, вверх. Колонка вверх, вверх, вверх. Так, первая картинка, вторая картинка, третья картинка. Это, ой, вниз надо самый. Вверх. Вверх. Вот, все здорово. Но не все и не здорово. Текст. Компактный комплект. Вот так я его сюда и втыкну. Ссылка. Конечно, ссылка. Всплывающее изображение. Файл. Комплект. Такой-то. 800 на 800. Ок. Дальше. Это что? Это Electro Voice. SX300. Вот так вот. Текст электровоза SX300. Всплывающее изображение на компьютере.
Electro Voice SX300, протракториста 800 на 800, але SB2A, так и напишем, текст SB2 122. А что тут 122? Он не 122, он SB2A. Вот. Ссылка, изображение на компьютере SB2A есть 800 на 800. Здорово. Дальше. EPM. Пульт. Вот так вот. Изображение на компьютере. Миксер с EPM-12. Картинка 800 на 800. Шур. Шур. Микрофон Шур. А чтобы быть четким, как он называется, Шур SM58. Здорово. Изображение. Микрофон. Микро. Я не знаю там насколько. Я просто стандартно пишу на все 800 на 800. Там, но больше, меньше. Есть разница, нет разницы. Так. Тут я уже напишу сам. Световые приборы. Скопирую сразу. Изображение. Вот. Раз. 800 на 800. Цветовые приборы. Изображение. 800 на 800 на 800. И тут вот это вот 2. Окей. И изображение 800 на 800. И это коммутация. Это же прям очень необходимая штука. Коммутация. Правильно, что там пишется? А, две буквы М. Коммутация. Есть. Окей. Здорово. Теперь тут меняем. Цена за аренду. 1000, да, у нас? 1000. Тут удаляем. Тут я не меняю ничего. Тут я вот это все удаляю. И напишу просто... Вот это вот скопирую и вставлю. Я скопирую сначала сюда, потом отсюда ставлю сюда. Вот. Вот так вот. Ага. Есть. Так, сабы. Топы. Пульт. Микрофон. Прибор. Ага. Вот. Это я все удаляю. Как оно вообще выглядит в нормальных местах? Что тут написано? Че ты мигаешь? У меня что-то телефон начал мигать. Будильник. Вообще прикольно. Да, я тут забыл, походу, такую штуку. А, не, она тут есть, поэтому... Короче, это не буду тут писать, потому что она будет сверху. Сабы. Топы. Радиомикрофоны. Коммутация, да. И это я буду делать ссылками. Electro Voice SB... Почему написано? SB2... 2А. Делаю ссылка. Ссылка, страница веб-сайта. Выбрать колонки Electro Voice SB2. Да. Открыть в том же окне. Да. Ну не глюч, ну пожалуйста. Ну. Слава богу. Я сохраню на всякий случай. Тут Electro Voice SX300, каратиста, страница,
Ну, не знаю, что так глючит-то? Реально, очень сильно. Я сейчас страницу доделаю, я перезагружусь, потому что ужасно раздражает. В том же окне, да. Soundcraft EPM12. Тут должна быть вот так вот быть запятая. Soundcraft EPM12. Микшеная Soundcraft EPM12, да. Микрофон Шур. Микрофона еще нету, прибора нету, коммутация нету. Ну, поэтому да, пока что так. Пока что так, окей. Окей. Что я пишу тут? Это просто чтоб. Вот. Да, аренда звука. Electrovoice. Я тут напишу комплект. Комплект. Я так и напишу. Без заморачивания. Только я его ставлю как текст, а не как из Word. Потому что я же говорю, тут редактор глючит. Вот. Вот. А проблема в чем? А проблема в том, то, что у меня стоит тут вот русский. Я скопировал, вставляю тут. А тут у меня стоит английский. И вау! У меня поставить на русский, тогда я ставлю, тогда будет все здорово, да. Аренда звука, компактный комплект. Вот это я удаляю. Вот, компактный комплект. А если я так сделаю? Ага, все равно. Вот. Почему я пишу его два раза? 1500. Как тут было написано? Ага, вот так. Аренда звука компактный комплект Electrovoice тире 1500 VT в скобочках 1,5. Блин, ну точка или запятая? Пусть будет запятая. 1,5 к VT. Да? К VT. Правильно? Там же буква В. Какая большая, маленькая. Только К большая. Ну, окей. Только К. Почему пишу два раза? Потому что H1, если я напишу H1, то его просто банально он не отображает почему-то. Я не знаю, как так. Ну, просто он его не отображает. Сайт. То мне приходится написать в H1, а потом еще раз написать это уже с помощью стилей большими буквами, потому что H1 он не показывает. Так, обновляем. Зашли сюда, аренда. Вот здорово. Вот это я сюда нажимаю, открывается страничка. Вот я сюда зашел и да, все. ВКонтакте, Facebook. Ну, просто тут же через темп не все плагины и скрипты работают. Ну, тут, например, вот, видите, нету этих это сайта, нету. Ну, вы поняли, короче. Да. На картинку, если я клику, она открывается в большом размере. Но через этот сайт, ну, через этот конструктор нельзя сделать так, чтобы, ну, большом, ну, пролистывать. То есть я должен нажать на следующую картинку и ее уже открыть. Потом опять выйти, нажать на следующую картинку, ее открыть. То есть я не могу, ну, в большом размере их листать. И я не знаю, как бы, как это вообще сделать, и делается ли так, а почему это не делается. Ну, странно, короче. Вот. Ну, пусть будет так. Пусть будет так, да? Пока что. Пока что я сохраняю. Пока что пусть будет оно так. На этом я пока тоже закончу. Я пока перезагружусь. Подумаю, что бы сюда вот можно еще написать. Буду искать видео. Я, кстати, что хотел сказать. Основная моя задача. Мне интересно записывать видео про самого же себя,
не то, как я уже с готовыми материалами вот это снимаю. То есть я сначала сидел две ночи, это гуглил, картинки понаходил, и потом я просто показываю, как это делать. Да, это, конечно, прикольно, здорово, это экономит ваше время, но мне так не прикольно. Я именно хочу снимать там, где вот у меня возникла задача, и я вот гуглю, ищу решение, вот, и снимаю при этом видео. То есть я не знаю, как это сделать, я это ищу, я это, надеюсь, нахожусь, я это делаю, вот, и как бы можно сказать, что мы сделали это вместе. Ну, как-то так, да. Так что пока я схожу на перекур, подумаю и буду дальше снимать. Да, потому что, ну, я на сегодня еще не закончил, это ж мне надо доделать хотя бы весь этот список. Так что, пока.